Привет, друзья! С вами Оскар, и мы на кухне Уи. Не просто так выпуск про столицу Республики Казахстан, про Астану мы решили начать именно здесь. Это то место, где рождается контент. Контент для вас, для читателей Уи Project. Контент в Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Ютуб, на наш сайт. Все это мы сделаем здесь. Здесь мы снимаем видео на наш YouTube-канал, который, я надеюсь, вы смотрите, и он вам нравится. Здесь проходят интересные мероприятия. В общем, вот оно, наше место, наш дом. Друзья, выпуск про Астану будет интересен диджитал-номадам, креативным, прогрессивным людям. Я уверен, вам понравится. Мы отобрали самые прикольные и необычные места и события, которые проходят в столице Республики Казахстан, в Астане. Что ж, с вами Оскар. Будет интересно. Поехали. Итак, друзья, сейчас я в торгово-развлекательном центре Green Mall, где проходит Гараж Fest. Это уже не просто гаражная распродажа, это нечто большее. Здесь люди собираются сообществом, могут купить, продать классные товары. И это уже некая традиция для столицы Казахстана проводить Гараж Fest. Сейчас он проходит уже практически каждый месяц. Давайте спустимся и посмотрим, какие товары здесь предлагают, ну и поговорим с организаторами. Итак, на гараж-фесте мы не впервые, мы уже были на гараж-фесте, когда он проходил в рамках фестиваля Sunset. Вот где-то здесь или там появится видео оттуда. И, кстати, тогда мы ушли не с пустыми руками. Надеюсь, в этот раз то же самое будет. Первое выставочное, так скажем. Короче, нам приглянулся Дима с его интересными... изделиями. Странно, расскажите. Почему я приглянулся, они очень красивые, да. Смотрите, друзья, мы занимаемся изделиями, сделанными на лазерных станках. Вообще наша компания продает такие станки, ну и, конечно же, сами изготавливаем различную продукцию. Направление детская тематика, то есть можете посмотреть пазлы на развитие, моторики, логики детей. Вот здесь можете посмотреть, они разные по своей форме. Это очень тяжело. Вот такая мозаика собирается взрослым человеком часа два. Но это очень интересно, если у вас, конечно, стальные нервы. А так вы перепсихуете, все сломаете и пожалеете, что вы ее купили, конечно. А ребенок за сколько ориентировочно соберет? У ребенка, как правило, априори уже моторика чуть лучше развита, чем у взрослого ребенка, у взрослого человека. Но я думаю, также час-полтора в среднем. Круто. Что там дальше? Поехали! Друзья, передо мной Карина, организатор Гараж Fest. Карина, здравствуйте. Здравствуйте, Оскар. Смотрите, первый вопрос. Начнем с того, с какого года проводится Гараж Fest в Астане? Гараж Fest мы начали проводить 6 марта, насколько я помню, 2019 года. Мы провели год, но потом началась пандемия, мы где-то целый год потеряли, мы ничего не проводили. Сколько? С 2019 года. Круто. Сколько уже провели Гараж Fest? Ну, на данный момент это уже 15-й Гараж Fest. 15-й. Да. Каждый раз они проходят в разных локациях. Mm-hmm. Да, с разной тематикой, с разными выступлениями диджеев, разными музыкантами и так далее. Как вы думаете, в чем секрет, почему Гараж Fest стал традицией такой, собирает такой комьюнити? Ну, во-первых, Гараж Fest — это в первую очередь ярмарка в поддержку молодых предпринимателей. Oh. У нас очень много независимых магазинов, которые собираются вместе, и это уже другой, более формат. Есть такие форматы, есть, ну, похожие в ТРЦ, когда там воскресные ярмарки проводятся, но у нас это все проходит в формате фестиваля, вечеринки, то есть с напитками, танцами, с диджеями, с музыкантами. Поэтому это такой более веселый формат, где люди могут не только там закупиться, но еще и очень весело провести время с друзьями. Круто. А скажите, любой желающий может выставочное пространство взять у вас? Да, если у вас есть свой магазин, вы можете подать заявку. Если вы просто человек, который хочет разгрузить свой гардероб, и его одежда в очень хорошем, да, качестве, но уже это не носится, то, конечно, вы можете арендовать рейл и выставиться тоже как магазин. Друзья, приходите на Гараж Fest, тут очень весело, интересно, каждый найдет что-то по душе, и это неотъемлемая часть культурной жизни столицы. Сафар, расскажи, что вы продаете? Мы занимаемся аромасвечами, изготовлением аромасвечей в Казахстане, то есть наш бренд. Продвигаем свой бренд. Как называется бренд? Вот, The Moon Candle получается. The Moon. А, Луна. Да. Здесь Луна. Появится название. У вас есть сайт или Инстаграм? Где вы еще вы продаете? Каспи магазин есть. Wildberries также мы просто выставляемся там. И в основном еще офлайн магазины, ну так, партнеры. Небольшие их, немного пока. Ну
Ну что ж, друзья, мы в самом крупном театре Центральной Азии, театр Астана Опера. Построен был в 2013 году. Здесь богатейший репертуар и техническое оснащение, которое отвечает всем современным стандартам. Что здесь есть интересного, я расскажу вам в ближайшие 5 минут. Поехали. В репертуаре театра произведения выдающихся национальных композиторов, а также жемчужины мировой классики. Главный дирижер Алан Бурибаев, художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова. На сцене Астана Опера помимо известных казахстанских артистов выступали звезды мирового искусства, такие как Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Светлана Захарова и многие другие. Гастролировали лучшие театры «Ла Скала», «Сан-Карло», «Национальная парижская опера», «Мариинский театр» и другие. Сейчас театр «Астана Опера» — это место культурного притяжения, обязательное к посещению всеми номадами и креативными людьми. Здесь можно посетить культурный ивент на любой вкус, будь то балет, опера или симфоническая музыка. В первую очередь это воспитание, воспитывает тебя быть в обществе красивым. Не только наружно там одеться красиво, прийти, но и внутренне обогатиться, потому что когда спектакль идет на сцене, это все-таки живая энергия, мы не как кинотеатр, да? Включили пленку, и ты сидишь, это все посмотрел и ушел, покушал, там никакой культуры нету. А здесь ты все-таки воспитываешь себя тому, что да, есть общество, где нужно себя, допустим, держать в определенной рамке. Есть живое исполнение, живая энергетика от людей. И ты, когда это все получаешь, в любом случае у тебя внутри какие-то изменения происходят в лучшую сторону. К этому приучай театр. Поэтому я советую всем родителям приводить особенно своих детей с малых возрастов. Вот их лучше направлять в прекрасное, чтобы в будущем они видели прекрасное в других людях и в окружении своем. Ну что ж, друзья, следующая наша остановка, она в самом центре столицы. И нет, это не Байтерек, это кое-что другое. Сейчас я спущусь. Итак, мы здесь, потому что здесь находится центральное городское кафе «Коктем». Излюбленное место астанчан. Давайте зайдем внутрь, потому что здесь холодно. Кстати, при входе в «Коктем» вас встречают с цветами, потому что здесь есть цветочная лавка. Ведь «Коктем» — это весна, а весна — это цветы. Итак, друзья, «Коктем» — это центральное городское кафе. Совсем скоро ему исполняется 5 лет. Почему «Коктем»? Потому что это место ассоциируется с пробуждением, с весной, с чем-то новым и молодым. Итак, сделаем обзор на это место и начнем по порядку. А начнем мы именно с того места. Здесь есть вот такая вот стрит-фуд-зона, которая излюблена жителями и гостями столицы. Очень большой выбор здесь блюд. Паназиатская кухня, европейская, локальная, есть веганские блюда. Так что на самый, скажем так, требовательный гастрономический запрос «Коктем» отвечает очень достойно. Привет, я Аня Кирьянко. У меня студия живописи в Астане. Меня зовут Маржан, я преподаю бачату, поэтому мы к теме бываем часто, поскольку у нас тут здесь тренировочный зал, тут здесь. Насколько часто вы бываете в Коктем? Каждый день. Да, короче, я однажды не доела лазанью, вот, и ребята добродушно мне ее дали с собой, но она подается вот в такой посуде железной, и, короче, выковыривать ее не было смысла. И они мне ее дали с собой домой, чтобы я ее вкусно докушала. Я потом возвращала ее 2 недели. Но я ребятам благодарна за это. На самом деле тут на выходных еще бывает живая музыка, что очень тоже круто. Летом мы вообще не выставляли группу, и очень круто пела девушка, правда не помню, как ее зовут. И мы прям выходили после тренировки и танцевали бачату под живой вокал, заказывали кофе, кушали, гуляли тут, еще сидели. Еще улица украшена лампочками. Такая атмосфера прям классная. Да, поэтому, да. Да, это такая прям европейская атмосфера. Ты думаешь, господи, где ты в Италии? Коктем для меня – это дом, где можно покушать. Для меня место дружбы. Такое теплое место.
Итак, кафе «Коктем» смело можно назвать многофункциональным местом, потому что здесь можно провести время с семьей, есть детская зона, можно поработать. Очень удобные, комфортные зоны, где есть все удобства для гаджетов, а также провести время с друзьями, потому что здесь по выходным играет диджей, выступают музыканты. Кстати, кофе здесь тоже очень классный. Итак, друзья, следующая наша остановка – это Центр современного искусства Fort Aglaunchy Art Space. Сегодня здесь проходит выставка, которая называется How For Ким Боласес. Сегодня поговорим с председателем кураторского совета Центра современного искусства Лейлой Махат, ну и в целом покажем вам, как проходят выставки современного искусства в столице Казахстана, в Астане. Наш бренд «Куланши» — это то, что делает нас самими собой. Нас, на самом деле, всего 6 человек, и у нас 5 выставочных площадок. И вот сейчас мы находимся на самой крупной из них, которая называется «Форте Куланши Арт Спейс». У нас есть еще 4, которые называются, соответственно, по-другому. И мы — команда из людей, которые хотят сделать мир красивее, немножко добрее. Но это все, конечно, все, что у нас в силах, мы делаем. Не могу сказать, что это просто, но мы не сдаемся. Какую роль, по-вашему, Форте Куланши, да и в целом Куланши, играет для жителей столицы, гостей столицы? Знаете, мне, ну, как бы у нас нет статистики как таковой, социальные исследования проводить как бы не с руки, но на протяжении деятельности именно этой галереи у нас происходили очень интересные вещи, происходят по сей момент, и я думаю, что будет происходить еще больше. То есть тут делают предложения, тут снимают лавстори, тут, ну, как бы, тут происходит что-то такое, что-то очень доброе. Приходите в наши галереи Форте Куланши Арт Спейс, открыто ежедневно с 10 до 20.00. У нас каждый раз новые проекты, каждый раз это каждые 2 месяца. Есть чему удивиться, есть чему обрадоваться. Есть иногда о чем погрустить, но есть повод для того, чтобы оставаться человеком. На самом деле концептуальность данного полотна предстает перед зрителем в самом интересном свете. Я вот понимаю, что по задумке автор хотел композиционно передать, ну, не знаю, свои переживания какие-то, что ли. Это ведь носки. Носки – это искусство современное. Его сложно понять, но если понять, то можно. Как проходящее мероприятие, по-вашему, проходит, собственно говоря? Настроение, одним словом, мне трудно описать его. Это какой-то комплекс приятных эмоций. Как вы считаете, такие выставки и в целом Форте Куланши Арт Спейс, как оно влияет на жизнь гостей и жителей столицы? Вот такой вопрос. Я думаю, оно разгоняет аппетит увидеть еще что-то еще. Оно дает много вдохновения. Не вдохновения, а больше, наверное, опыта какого-то, насмотренности. И уже будет больше у зрителя, у наблюдателя есть чем сравнить, понять, что ему нравится, не нравится, как было бы лучше. Это очень сильно расширяет кругозор. Я вообще кайфую с таких мест, как Форте Куланши Арт Спейс, потому что их должно становиться больше. Здесь каждые 2 месяца проводятся интересные, крутые выставки.
мы сейчас на открытии, но в целом эта экспозиция будет доступна для посещения всегда, и это очень круто. Также в Forte Conchi Art Space есть, скажем так, коворкинг, где люди могут прийти, поработать, насладиться искусством. Классно. Для города это очень много значит, я считаю. Люди должны приобщаться к искусству. Искусство делает людей лучше. Такие места делают людей лучше. Итак, сегодня мы за городом Астаны, потому что сейчас я расскажу вам про Hedonist's Flat. Это проект, который объединяет людей через гастрономический нетворкинг. Сегодня мы здесь 21 марта в честь празднования Наурыза проходит как раз-таки их вечеринка. Зайдем внутрь, пообщаемся с организаторами, с посетителями. В общем, это неотъемлемая часть культурной жизни столицы, и вам сюда стоит прийти. А почему, я сейчас расскажу. Итак, мы внутри, собственно, вы видите, здесь идет тусовка, вечеринка. Но сейчас я расскажу, что такое гедонизм. Гедонизм представляет собой систему взглядов и ценностей, согласно которой удовольствие является главной ценностью и высшим, так скажем, высшей миссией для человека. Вот что такое гедонизм. Ну и, соответственно, гедонисты – это те, кто любит получать удовольствие от жизни. То есть мы, вы и они. Всем привет! Меня зовут Игорь. Я приехал к вам в гости из России. Занимаюсь я айтишкой. В Астане я уже полгода и потихонечку познаю, так сказать, казахстанское гостеприимство все больше и больше. Добрый вечер, меня зовут Айнира. Я менеджер по продажам. Я давно видела ужины данного проекта. Все время хотела попасть. А тут именно тематический вечер такой интересный. Очень заинтересовалась. И вот пришла. Всем добрый вечер, меня зовут Big Ball, я работаю в туристической компании Traveler. Я давно слежу за ребятами, за их проектом. И вот в этот момент, когда они объявили вечеринку сегодня на Наурыз, я подумал, что нам нужно ехать. И я поддержала. Меня зовут Айнура, я работаю в ивентах, и это мое первое посещение данного мероприятия. А сюда я приехал, чтобы посмотреть, во-первых, национальный колорит, познакомиться с праздником, с культурой и просто познакомиться с людьми, потому что я люблю посещать такие тусовочки. Это очень полезно для нетворкинга и просто приятно. Я думаю, стоит посетить, потому что таких форматов, в принципе, я не встречал в Казахстане, даже в Алмате не слышал, если честно. Почему нужно приглашать людей, именно, например, если у вас приехали гости, чтобы они увидели, насколько разнообразно сейчас Астана становится, что много чего нового появляется, и этим нужно пользоваться. Стараемся развивать альтернативную культуру отдыха, где люди могут прийти, познакомиться, пообщаться и сделать все это через классный гастрономический нетворкинг. 50% нашего проекта – это еда, напитки, и мы проводники в эту культуру, 50% – это нетворкинг с очень-очень классными людьми. Когда люди приходят к нам на ужин или на вечеринки, они попадают в сообщество невероятно интересных, талантливых, созидающих людей Астаны и не только Астаны. И самое главное, 50% это то комьюнити, в которое наши гости попадают, для которого мы с Камилой готовим очень много разных плюшек. Да, если говорить наглядно, большое количество людей после встречи на наших вечерах подружились, поженились или встретили свою вторую половину или классного коллегу. Но очень классно на самом деле говорить о концепции «Намада» в целом, потому что у нашего проекта нет одной точки дислокации какой-то конкретной. Мы постоянно ищем необычные, интересные места Астаны, причем они незаурядные, на первый взгляд кажется, что там сделать ничего невозможно, тем более поужинать, встать подальше с вином и разговорами. А для нас очень главное создать ресторан в месте, где в другой день его просто не будет существовать. Поэтому, в целом, для аналогов нашего проекта мы пока не видели, поэтому это уникальная возможность прикоснуться к чему-то интересному, вкусному и очень насыщенному уже в Астане. Это была столица Казахстана – Астана. Каждому диджитал-номаду однажды стоит здесь побывать.
Оставайтесь с нами и смотрите наши выпуски о других городах Центральной Азии. Подписывайтесь на WeProject. Пока!